Тайная информация. Я сегодня купила Оле подарок. Поедем мы завтра. Наверняка, когда вы уже смотрите, это у вас уже состоявшийся факт. Я купила 2 билета на ночную экскурсию на корабликах с водмостов. Я просто в интернете нашла первый попавшийся мне понравившийся сайт. Нашла тариф, который мне нравится. Это 3 часа, 4 моста. 1999 рублей, по-моему, стоит. Ну, 2000 давайте округлять. С живой музыкой. Я взяла билеты, 2 билета на нижнюю палубу. Потому что сейчас очень сильно похолодало, зато должно похолодать еще сильнее. И я боюсь, что на верхней палубе нас просто продует. Так, ну что, мы добежали. Вот спуск со львами, как было и сказано. Мы нашли уже кассы, взяли свои билеты. И в 22:30 будет уже запуск на кораблик. И в 22:50 мы отплываем. Красотень какая, вы посмотрите. Вообще не могу. Я так люблю Питер, я так давно о нем не была. Так что все. Идем. Холодно, сегодня очень холодно. Прям похолодало, да, Ольга? Болванчик такой. Так, Оля уже побежала. Тут спуститься вниз, тут кассы. Вы, в принципе, здесь можете купить билеты. Но мы взяли на сайте. Так, куда нам? Сюда? Интересно. А дальше куда? А где эти? Уже запускают в 30 минут? Да? Как? Штрих-ходом? Так, один тебе держи. Один мне. Это вот так просто, да, приложить? Угу. А. Все, я прохожу. Что сделать? Сумку показать. Вот мы выбрали такой кораблик, у нас здесь бар, куча столиков, у нас здесь Ольга. Ольга, как вы себя чувствуете? Хорошо. Давайте, Ольга, за ваше здоровье. Так, мне сказали, где свободная палуба. Давайте посмотрим туда, вдоль картины. Картины сюда. Так, там будет стеклянная дверь. Так, я нашла, я просто мимо прошла. Вот так. Мы пойдем на верхнюю палубу. Вот. О, открыто. Супер, ну что? Можно будет выйти сюда. Так, мы поднялись на верхнюю палубу открытую. Едем. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we... Но не все так гладко, славно и ладно у нас было. Гуляем мы, значит, такие гуляем по верхней палубе. Мерзнем, восхищаемся красотой береговой, огоньками, дворцами. Красиво там было, красиво, холодно и даже уже голодно. Спускаемся мы к нашему столику, думаем, что там нас уже ждет шампанское и корюшка. Как говорится, духовная пища — это хорошо, но подкрепиться бы не мешало. Спускаемся к нашему столику, а там нас ждет шампанское, корюшка и незнакомая пара. Сидит какой-то мужик и девушка. Я немного удивилась, прошла дальше. Может, это я что-то перепутала? Но нет, это был наш столик. И пока мы гуляли по верхней палубе, за него сели посторонние личности. А такого быть не должно.
Места занимаются согласно купленным билетам. Оля такая разворачивается и идет к официанту. А я нет, я иду прямиком к столику, чтобы глаза в глаза им посмотреть. «А хорошо ли вам тут сидится?» – спрашиваю я, глядя прямо на них. Образуется пауза. Девушка моргает удивленно глазами. «Это наш столик? И непонятно, что вы здесь делаете», – говорю я. Девушка говорит: «Мы думали, он пустой, и нас сюда пересадили официанты». «А мы сейчас разберемся», — говорю я. Тут вижу, краем глаза несется официант. Начинает извиняться, говорит, произошла ошибка, просит их сесть на свое место и занять всем свои места. Оля, ты так нажрала живот, у тебя молния разошлась. Надо жрать меньше, Оля. Я сниму тебя, не дери вниз, я сниму тебе. Мне надо сейчас снять. Сейчас снять? Не надо, сейчас холодно. Я гордо, спокойно сажусь за свой отвоеванный столик. То есть официант посадил за наш столик других людей, и заказ наш на этот столик вообще ему ничего не сказал. Оля садится и ржет. «Со стороны это очень смешно смотрелось», — говорит она. Сидят голубки, воркуют, у них романтик. И тут к ним подходит какая-то незнакомая женщина и спрашивает: «А хорошо ли вам тут сидится?» И мы с ней начинаем смеяться, и нас было просто не остановить весь вечер. Ну а представьте, я подарила подарок, прихожу, а на моем подарке сидят. И знаете, что я пронаблюдала? Мужик вообще ничего не сказал. Он сидел, молчал, а совсем разбиралась девушка. И он уже с 2 часов. Питер, ты что? Ну, скоро белые ночи, конечно, да. Но белые ночи мы не застанем с Ольгой.
Но хотя бы кусочек приблизим к белым ночам. Чтобы она поняла, что на юге темнеет в 7. Это ненормально, ненормально, это темно, когда летом. Так, Ольга, Ольга, подождите меня. Экстремальная обработка. Не выбегайте из кадра, пожалуйста. Я хочу домой, мне холодно. Надень куртку, пожалуйста, Ольга. На куртке? Еще одну, надень куртку. Нет. Отдай мне ее. Гордо. Гордо. Я буду мерзнуть, страдать. Убирай свою камеру. Так, следующая булочная в нашем гастрономическом туре. Смотрите на цены. Булочный Питер или булочный Твиттер, да, по каким-либо номерам. Их это огромная сеть по всему Питеру. И вот нам сейчас собирают заказ. А это наш с Олей подносик. Так, наш заказ вышел 400 с копейками. Это вот латте, капучино большой. И вот здесь и булочки. Они шикарные, чудесные. Это булочка со сливками, булочка с клубникой. Это киш, курица, грибы. А это творожная булочка. Она очень вкусная, я ее обожаю. Aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Вот такая вывеска у булочных. У них разные номера. Это мы вот на этой находимся. Это мы вот на этой, вы поняли, в общем. Мы находимся в булочной по этой улице, на этой улице. Их очень много здесь, в Питере, и у каждой свой личный номер. Это сеть. Дух декаданса, Питер, детка, это просто красотища. Акварельные стены, картины, розетки и кошка. Ты такая красивая кошка, такая ласковая кошечка, мурлошечка, мурлошечка, вот ты какая хорошенькая, такая ласкученькая. Вот, вот тут мы живем в такой красоте и ласке. Я сейчас еще работаю, днем я работаю, потом мы идем с Олей что-нибудь едим, смотрим. Но сегодня у меня прям будет ударный день в работе. Мы наелись этих булок. Я сегодня в эфире снова. Кусочками, вспышками, набегами. И сейчас я бегу, потому что у нас пижамная вечеринка в Гедонисте. Я так вам его и не показала. Но сейчас я вам покажу во всей его красе. А, подождите меня! Выход всегда одинаковый. Нажимаешь кнопочку, выходишь. Да. Своей или чужой подворотней, неважно. Да. И сегодня у нас гурман-вечеринка. Мы будем в пижамах смотреть фильмы, пробовать вкуснейший сидр. 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 Кто там говорил про букву «ы»? Сидр вкуснейший будем пробовать. И вкуснейшие сыры. И я вам советую. Кстати, да, под этим роликом в описании будет ссылочка. Заходите, не пожалеете. Если вы будете в Питере, или если вы живете в Питере, мои подписчики, то вам туда. Какой же Питер прекрасный весной и летом.
Мне очень нравится Юлин плащ и эти сандали. И сандали, плащ и сандали. Питер стайл. А там вон что-то летит. Спутник. Ага, земли. Мигает. Что-то быстро летит. Это не квадрокоптер случайно? Нет, квадрокоптеры запрещены. Самолет. Полноценный самолет. А-а-а. Из Пулково, наверное. Нет, Пулково не может летать над городом. Над городом. Это какая-то частная композиция. Mm-hmm. Все, почти дошли. Такси дошли? Почти, почти. Я тут смотрела, как доехать на такси, когда мы опаздывали. Там было 30 минут на такси. Я посмотрела, слава богу, пешком и 5 минут пешком. Мы выбрали 5 минут пешком. Нет, 7 минут пешком было и 30 минут на такси. Гедонист, товарищи, смотрим, смотрим. Вот он. Вот, вам сюда и нам сюда. На вечеринку вас не зовем, но сыр и сидр приходите пробовать. Вот, смотрите, какая красота. Чуть позже я вам сделаю обзор на сыры и сидры. Есть итальянские продукты, а также здесь есть спаржа. Прямо где вы еще найдете в Питере спарж? Давай еще сядь, давай. Уху. Уху. Здесь. Вот такая тарелка сырная. И не только здесь оливки. Здесь мои любимые помидорчики. Здесь сыр, палочки. О, господи, сейчас я захлебнусь просто слюнями. Фаршированный сыром перчик, да. Братцы, кролики, приходите в Гедонист. Это, знаете, такая реклама от сердца. Мне за нее не платили. Беру натурой. А еще вот этот сидр. Сидр голубика. Мы попробовали клубнику, было очень вкусно. А вот это сидр голубика. Я вообще изменила свое представление о сидрах. И я сейчас... Вот такие бананы лежат, тоже пятнистые сливаются. Вот. И я сейчас прям сидры обожаю.